А у нас шинели где? Здесь нету. А почему нету? Не знаю, ни разу не притаскивал сюда. Ну надо шинели дать, им нравится там лежать. Я поднял на голой земле палатки, говорю, постелить. И надо, чтобы вот это место, вот, главная уязвимость у человека, под это подложить что-то в один-два слоя. А если на животе лежит человек, то он не простынет, у него как котел здесь переворачивается пища. Без пяти два уже. Ну ничего, ударим. И ты увидишь, что сейчас я ударю, и как он не пойдет. Вот у наши девочки отдыхают тут. Загорают после баньки. Все, отдых закончился. Видишь, разлеглись, а тут. Бегом. Вика. Лоточки. Кепки сняли. В бане помылись, да? Да! Кто не мылся? Подними руку. Ну, слава Богу, сегодня у нас суббота, и сильный ветер. Вот. На землю здесь нигде просьба не ложитесь на голую землю. Земля себе содержит на черковок. Даже на юге, там, в другие республики, камень прогретый. Он вот весь себя содержит полностью. Должна быть какая-то постель. Я сказал, палатки. У нас есть шинели. И надо поехать сейчас и привезти шинели. Солдатские шинели. Они очень хорошие. Я маленько в бой сложил. Помнишь, на одну можно 3-4 человека. Сверху палатка. Главное это вот, поясница, уязвимое место. Вот. Вот. Вот это вот место самое уязвимое. И голова это не простынет, ноги не простынут. Если тебе где-то придется спать, то ложись только на живот. Живот – это котел. Котел, в котором переваривается пища, и ты не простынешь, даже на бетоне будешь спать. Я это прочитал у Бойко. Николай, он много лет сидел в тюрьме. Никогда не ложись на спину. Почки – самые уязвимые, ни под каким видом. Если нельзя никак есть, сохрани только вот эту часть. Главное это. А остальное легче поправить. Понятно? Недавно была беседа с Никитой, вот он стоит. Ну, он сделал там одно место не так, в другом месте. Мы с ним поговорили, сейчас стоит на этом месте. Ничего. Вот. Ну и мы поговорили, и ролик. Я его уже отдал, его обработали, но под замком. Я посмотрел, еще раз прослушал, и думаю, я же просчитываю, какая реакция зрителей будет. И думаю, на этот ролик сразу откликнется. Ну, до этого ролик был, до этого него, который... 5 человек, здесь сразу 183. Он позже поставлен, 183 посетителя пришло. Я заранее просчитываю, какой будет отзыв. Утром встал, ни одного отзыва нету. 180 человек были, посмотрели, ни одного отзыва. Я стал дальше думать, я просто все это на втором канале как бы головы работает с роликами, а сам о том думаю, почему не было ответов. Некоторые не ответили, потому что меня хорошо знают. Другие не ответили, испугались, потому что другие ролики уже знают. И вдруг сейчас через сам отцов мне звонит. Алло? Так, я из Тамбова, женский голос. Я смотрела последний ваш ролик. Вы там говорите Никите и наказываете его, лишаете завтрака. Завтрака, я вам сказал, не завтрака, а еды. Задумался. Мне так жалко, я полюбила его, как сына. Голос в годах, видимо, уже женщина. Вот это разве правильно? Это вот, то есть она знает, как правильно. Я на это отвечаю. Самое правильное будет, если он вам ответит. Вы мне сейчас позвоните в 2 часа. Я ему передам телефон, и вы ему скажите и спросите, вам полезно? Один вопрос один. Полезно вам это или нет, что вас наказали едой? Едой вы во свете Библии разве находили? Я во свете Библии всюду нахожу. Бог делает зубы, говорит, голые у вас будут. Там есть будет нечего. Я прощу на вас жуков, червей, все съедят. Вы голодные будете умирать от голода. Бог наказывает голодом.
А у людей как? Ну, это пост. Пост это означает не пить и не есть ничего. Люди большие на себя накладывали обязательства. По 40 дней ели. Поистине великий не пил и не ел. 70 дней. 70. Почти в 2 раза больше, чем на заходе в 500. Видите как? Если она позвонит, это сам для себя пьет. Поэтому в данном случае нужно иметь опыт. Я говорю, вы судите о горькости лекарства, не испытав его сами. Вот, а маленький пример, я считал. Вот. Господин один заболел, у него болит и болит живот, пища непроходимая. Телефон! Так, сам рядом, быстро. Говори. Все, Ирина, я передаю Никиту, вот, никогда не идет, он принимает трубку, всех. Потом этот ролик увидите, у нас запись идет, на. Большой Христос. Никита. Да, я уже. Ходи. Себя молитесь все про себя, чтобы хороший разговор там был, ну все, да. Священное Писание есть места, где наказывают едой. Я Тихоныч только что приводил места, когда Господь людей наказывает лишением пищи для их усмирения. Таким образом, это в самом деле так. На Тихоныч, да, я знал, куда я еду, и, в принципе, я искал этого. Я абсолютно спокоен. Благодарю Господа. Все хорошо у меня, не волнуйтесь, да. Слава Богу. Слава Божия. Она передает как бы здравие вам лично, как наставнику, всему лагерю стану и мне желает, чтобы Господь нам помогал, то есть она расположена к нам ко всем. Видите как, но она тебя жалеет. У нее сын такой же, как моего возраста, говорит. Может быть, она думает, что последнее интервью, а следующий ты помнишь свои похороны. Так, посмотрите, у одного господина был раб доверенный, он с ним ходил. Ну, ездил, платил врачам, и врачи говорили, болезнь неизлечима. Один врач все время его консультировал и сказал, говорит, что вылечить нельзя. У него желудочная болезнь была, там какие-то спайки, там что-то. Старинные времена, на юге это было. А раб этот любил господина своего жалел. Единственное, что он мог принимать, что молоко. Молоко какое-то. Говори. Добрый. Кого, кого? Арсений. Подходи, пожалуйста. Давай, мамы. Молитесь в это время, когда другой разговариваю. Молитесь.
Я здесь работаю. Я не буду. Сегодня сейчас порядок, как же что, в бане были вчера, да. Костер, маму порадуй. Да. Ну, мама довольна? Слава Христу. Видите, у него же разговор другой. И вот однажды, когда он нес с собой кувшин, этот человек, раб, а хозяин этот, он был уже слабый, он ничего не ел. И он решил лечь. Чинара растет там, дерево такое на юге. И он лег в тенечке. А солнце-то движется. И он передвигается за ним. Его солнце напечет, он опять передвижется, передвигается и опять. А он поставил сосуд. И сосуд этот оказался как бы уже не в тени. И вот со временем видит, подползает ехидна, змея. А служа наблюдает. Я на голову опустила, молоко-то выпила, и потом обратно сгревала его туда, ядом. Он слуга ничего не сказал, он настолько уже сам устал, видишь, и врачи не излечили его, и не могут излечить, безнадежно больной. И он думает, выпить яд от этого, ну и болезнь закончится. Он рассудился по-своему правильно. А того, он то распарится, то тянется, то распарится, то тянется. Ну а потом только когда очнулся, защитник, тот ни слова не говоря, показал на сосуд. Тот взял, выпил, выпил, его снова потянуло на сон. Он уснул опять, опять выпил, несколько раз. Почувствовал, первый раз попросил здесь, а потом уже шашлыки пошли, плов купил. Ну и пошел к врачу, когда стал другой-то. А врач увидел его, говорит, плов. А тебе оставалось жить где-то одна неделя. А как ты выздоровел? Ты где такое лекарство достал? Лекарство. Да вы же сказали, что одна неделя жить. Вы же приговорили меня к смерти. Действительно так, я скажу теперь. Лекарство есть, я не хотел говорить, чтобы нельзя не метать. Его нельзя сделать, это лекарство. Нужно, чтобы человек не искусственно во сне переползал из тени, это, от жары в тень, от жары в тень. И в это же время нужно, чтобы ехидна выпила молоко. А это можно сделать, но чтобы она его обратно изблевала, это нельзя сделать, ее нельзя заставить. Но мы знаем, если, чтобы она изблевала его. И нужно, чтобы ты не позже, как через 2 часа, это лекарство выпил. Он же все попало, говорит, а слуга говорит, все так и было. Так было. Это единственное лекарство, которое у него там где-то стояло. Все грязь убрала, и он вперед, и через себе пошел. Лекарство это не пить. И я его знаю. Если бы он был безнадежен, у нас разговор был бы другой. Но раз я применяю такое уже кардинальное средство, которое сказал, эти люди со стороны, мне нравится выражение, кота Руставеля, грузинский поэт, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Со стороны, надо во время боя. Гитлерские генералы, когда сидели здесь, они проигрывали все сражения заново, все время играли и играли. Война проиграна, но им теперь как военным, надо было не там войска, надо было вот здесь. Никто не знал, что там ров, танки упали в это время там, разведка не доложила. Уже война идет по Германии, они все судят, как в Советском Союзе под Курском проиграли. Я это все обращаю на то, что люди это все со стороны судят. У него застарелая болезнь. Мы еще с ним только познакомились, вышел. Я ему написал из газеты четверостишие. Но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Скажи, Никита, тебя тронуло это? Тронуло. Ты еще подумал? Ну, я бы нашел полное стихотворение, в чем смысл там, другой немного. Ну, вот понятно? То есть он понял, таким он не должен быть. Он должен измененным быть. Как-то на Сергей поступил жестко с собакой. Неправильно, я его не одобряю. Но они осудили не поведение его, а как вообще как человека. Да он такой, да такими словами проматершинными. Да какой это? Я говорю, у Сергея собака, которая хозяйка не знала, куда деть. Хозяин Павел его звать, оставил ей на память ребенка и собаку, а сам ушел. И она не знала, что с собакой делать. И Сергей эту собаку взял.
И она стала чемпионом Сибири, а потом чемпионом России. Это говорит о профессионализме кинолога. Кинолог – это дрессировщик собак. Сделать собаку брошенную, фактически приговоренную к смерти, никому не нужна, ее отдают, ей укол дают, а усыпляют. Он от смерти спас и сделал тем. Это говорит о его качествах, этого врача. Он мог. Я в интернете взял и подписал. Все разговоры замолкли. Конечный результат показывает. Я Никита был 25 лет. Почему в нем никто не видел, не крутился над его душой? Я должен с нуля начинать. Кто не знает, какой Ваня растет? Кто не знает, какой Тимофей? Да за один-то месяц сделать практически невозможно ничего. Но изменения для всех явно видны. Люди, которые с первого дня здесь, выйдет сюда Тимоша. Ну вам в Тимошке видно изменения? Он не разговаривает ничего нигде, он голова еще у него внизу. А сейчас он смотри, что вы думаете, говорит и делает. Подожди. Этот, дайте сюда поближе его. Помните первые дни его? Он с мамой с кем разговаривать не мог. Он как будто бы хоронил домашних. А сейчас говорит, еще не... Вчера работал, какую похвалу получил. Не просто хорошо, отлично работал. Но вечером он променился, его наказали внутрь уже не заходить. Картошку через забор передадим. Ну, через эту. И он согласен, по-другому нельзя. Ему нужен хороший, крепкий мужской, как говорится, рычаг. Поднять его. И этот такой же. Вот иди сюда. Вчера работали с ним, они отменно. А вечером вместе прогрешили на костре. Стали играть, бегать, и нельзя, опасно бегать. Опасно. Упасть это можно в костер было. Так было? Да. Тебя наказали. На пользу было? Да. Все ему. Их надо спрашивать, если они думают. Ваня, шалисты там. Ты уже сколько времени здесь? Тебя наказывали как-то? Да. Тебе на пользу это или во вред? На пользу. Становись. Понимаете? Но он говорит, это не за страха передо мной, я же его не трону. Так и этой женщине Ирине, что Бог положил на сердце. Что это женская жалость, она ну, не всегда так действует. Им нужна твердая, крепкая мужская рука и просмотр вперед, как эти события будут. Сейчас запомните, нигде не ложиться, тем более туда далеко. Бывает, залетают к нам и машины, мотоциклы. Вот я показал, где внутри ограда. Палатки постелили, значит, привезти шинели. Шинели 5. У меня шинелей много. Так всегда расстилайте, отдыхайте и спите. Ну не раньше, чем 2 часа пройдет полгода. Работал нормально. Сегодня после себя обязательно хотя бы часок отдохните до службы. Служба большая, при батюшке будет, чтобы на службе вы не дремали. А Виктор Николаевич уже вывел, позанимался где-то. Так, все. Поточки у всех показать. Молодцы. Видите как? Господь побудил людей пожалеть. Она. Ну, у нее хорошие мысли, вот и женщина беременна. Она пожалела. А Господь наказывает как? Целые страны голодом. От голода умирают люди. Через желудок. Давайте. Внимание. Так, быстро пойдем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Когда люди не слушаются, Господь отнимает пищу, насылает голод на целые страны. И страны вымирают. Люди как будто не знают. Во свете Библии мы находим это один из самых сильных рычагов. Иоанн Златоуст говорит так. Наше тело, я к кому обращаюсь, Паша, и душа так соединены крепко, что когда мы наказываем тело, допустим, не жалей розги сына, накажи, мы врачуем душу. Наказывая тело, мы врачуем душу. Вот что нужно. А как Господь наказывает? Ну разом, потопом, пожаром, Содом и Гоморра выгорели. Голод был, избери голод. Давыду было предложено 3 болезни. Неурожай. 7 лет подряд в Египте был. Бог этим самым смиряет людей. А тут один раз не позавтракал. Ему ничего не сделает, сказал, пожалуйста. Какой он был, такой и есть. А он уже задумался, что так жить нельзя. Так что помолитесь. Она скажет, неправильно, я могу предложить. Никита, командировка тебе в город Тамбов к Ирине. Пусть она тебя подлечит. Поедешь?
Нет, ну что? То есть он опережает другое врачество. У тебя это как раз то, что доктор прописал. Богу слава. Так, дежурный, кто у нас? А ну почему же ты? Валя, а кто дежурный? Я думаю, что это не так. Я думаю, что это не так. Давай, давай.